Дети часто клеят на мебель наклейки, от которых потом остаются следы. Как от них избавиться, не испортив поверхность? Сейчас узнаем. Это проблема не только детских наклеек, но и скотча, например, или наклеек производителей на новой посуде. Практически все эти проблемы поможет решить антистатик. Нужно обильно распылить его на проблемную зону и оставить на некоторое время. Затем достаточно будет просто стереть остатки клея мягкой тряпочкой. Но не у каждого дома есть антистатик. Для второго способа мы заглянем в кухонный шкаф и найдем там обычный картофельный крахмал. Сначала смачиваем остатки от скотча или наклейки влажной тряпочкой. А затем сверху насыпаем крахмал. Буквально через минуту потрем бумажной салфеткой. При этом образуются комочки, которые легко удалить. Осталось только протереть поверхность мягкой тряпочкой. Домашние хлопоты могут быть приятными. Просто нужно знать, как их сделать легкими.